Всем привет! С первым днем зимы вас всех! У нас сегодня 1 декабря. Ну, у вас уже, наверное, 3 сегодня. Но у нас сегодня только 1. Я иду за Романом в школу. У нас тут мелкие-мелкие такие хлопушки летят. Снега. Меленькие-меленькие, едва заметные. В общем, сегодня наш ребенок ходил в кино. Сейчас будем спрашивать, как там, чего было. Ну что, забрала я Рому. Остался довольный, говорит, хорошо было. Да? В кино хорошо было? Рома уже планшетик взял, да? Роман, хорошо было в кино? Да. Привет ребятам, скажи. Ричи. Ричи, ты чуть не врезался в меня. В общем, такой довольный. Покушали, да? У них сегодня были маленькие рюкзаки с собой. Что-то у меня тут. Маленькие рюкзачки. В общем, там была только еда, вода и пенал. В общем, как сказали. Пенал. Пенал это называется мэпшин, который где карандашики. Я не пенал, говорит. В общем, сходили довольные, девчонки слали, как они там толпой шли, дети веселой толпой, в общем, такая большая-большая змейка, в общем, первый и второй класс полностью школа ходили, ну вот, первый и второй, а вчера ходили третий и четвертый класс. Что-то у меня на улице мороз, у меня щеки красные. В общем, кино понравилось, да, сказал? Рассказывал мне под впечатлением, довольно, можно, говорит, еще раз туда, пойдет еще раз, ну, когда папина, в общем, с папиной фирмой их будут отправлять, на, у них же тоже будет в кино. А сейчас мы, в общем, немножечко поедим, наверное, собираться будем. Сейчас Давид придет, и потом мы пойдем на Рождество в школу. И... Ричи, не трогай, ну-ка, цветок. Ты чё? Сегодня такой активный стал, это ужас какой-то. Уже, знаете, что делал? Сейчас я вам покажу. Вот тут... Стол наш лежит, и он вот тут вот распаковывал вот с краю. Вон, видите? Пытался распаковать, скажет, ну что это вы там привезли? У него все новое, все ему нравится. Вон, топай, топай. Что там, Вич? Что там? Что там? А? Что привезли, скажи? Открывайте, да? Открывайте, что там привезли? Да. Рождественский календарь мы еще не доставали. Давид мне сегодня утром мне говорит, мам, ты же говорила мне, что календарь купила. Я говорю, да, я купила. Он говорит, ну что, сегодня 1 число, надо открывать. Я говорю, давай со школы придете все и все вместе откроем. В общем, я их еще не доставала. Сейчас все соберутся, Саша проснется. Достану, всем покажу, подарю и посмотрим на их реакцию. И будем открывать все вместе. Естественно, я вам поснимаю, покажу, что там у нас попалось. Вот так вот. Так что сейчас... Пока за стол, пообедаем с Романом, так как нам нужно будет 2 часа уже быть в школе. Поэтому нужно пораньше это все сделать, а потом уже собираться. Я уже немножко убралась дома, поставила все-таки... Да, девочки мне многие написали, Настя нельзя туда ставить, потому что, ну, может загореться и всякое такое. Но это понятно, я просто его туда поставила, чтобы, ну как, пока что не зажигали свечи, рождественский венок. Поэтому, ну, естественно, я его оттуда убрала. И спасибо вам за рекомендацию, что вы мне сказали, что нельзя туда ставить. Ну, мы это, в принципе, и не хотели этого, да. Вот сюда я его поставила. Тут он у нас будет стоять. У нас, в принципе, каждый год тут стоит веночек наш. И... А, фрукты, они обычно же здесь стоят. Я их туда переставила. Вот они там у нас стоят. Ой, в общем, поубиралась, помыла, почистила. Ричи дальше продолжает там коробку дербанить. А, Ричи? Смотри, аккуратно вниз смотри. Кушать хочешь? Нет? Не хочешь кушать? Я уже сварила супчик. Сейчас покажу вам, какой суп. Так. Суп у нас сегодня вот такой, из говядины с лапшой. С мяском, просто лапша вот так вот.
такой вот супчик. Это я варила с бан-шайбы, вот эти, которые шайбы от ноги вот эти купала. С них, в общем, такой супчик, каждый сам себе в тарелку зелень еще закинет с сухариками, и, в общем, такой супчик будет жиденького чего-нибудь. Ну что, собрались мы с Романом, покажись, какой ты красивый, как тебе красиво кофточка, встань, покажи ребятам, какая у тебя красивая кофта. Тут, кстати, ботиночки на нем. Ну показывай быстрее, давай, время нет, то вставай. Че, смешно? Это на кофточка его. Как тебе кофточка, скажи? Нравится? Стой, не дрыгайся. Покажись. Красивая. Спускайся оттуда. Одевайся. Давай. А я думала, что одеть. В общем, решила надеть новый свитерочек с джинсиками и все. В общем, перебирала. Думаю, слишком нарядно тоже не пойдет, потому что, ну, мы же в Германии, да? Ну и, в общем, перебирала одно, второе, третье. Потом думаю, ай, одену я свитерок и пойду. Думаю, и будет нормально, надеюсь. Все, мы с Ромкой собрались и выходим. Идем вдвоем. Саша спит с ночи. Я думала, может, с нами пойдет. Нет, остается дома. Что, мы пришли на праздник. У нас тут надутый, смотрите, символ нашего класса. Пингвин. Красота. Ромка уже сфотографировалась. Ага. Мы уже пришли домой. Сейчас будем открывать. У нас уже почти 4 часа вечера. Мы только будем открывать сейчас календари наши. Сейчас достанем. Еще дети не видели, никто не видел их. Там у тебя Давид есть, сюда я спрошу. Ты? Ромка принес печеньку папе, которую сам делал, разукрашивал. Когда мы тогда ходили, вот в школе делали. Принес папе одну печеньку. Вот они, наши календари. Дети, идите разбирайте, где чей. Посмотрите на эти. Идите разбирайте, где чей. Рома, давай, угадай, где твой? Угадай, где твой? Угадывайте, идите, где чей? Рома, где твой? Это твой, думаешь? Да? Ну давай, ищи цифру 1. Где цифра 1? Давай, вот цифра 1, открывай ее аккуратненько, окошко. А завтра будет цифра 2, и да, будем следующую открывать. Давай. Пап, помоги. Там она что-то так... Там сейчас. О, молодец. Медицина. И доставай, что там тебе попалось. Что это такое, Рома? Ого. Что это? Это игрушечка, что ли. У тебя есть такие какие-то цеплялки тоже, да? К ней. Вау. Это она вот так делает, что ли? Да. Ром. А, она еще вот так раскладывается. Дай посмотрю. Стой. В общем, у тебя календарик, слушай меня, твой календарик это с твоими этими, как их, любимыми всякими антиштрессами, вот такими всякими. Стой. С это... конфетками уже съел свою? Там, которая закрытая, это его, Саш. Открой ее аккуратненько. Давидка, ну иди, бери свой календарь. Увидел какой? Я тебя снимать не буду, иди, просто покажешь, что там внутри. Вот это Давидкин. Один, где? Не видишь? Нашел? А что, она с двух сторон? Рома. Это один разве там? Подожди, где? А, да. Да. Давай. Вау. Кто-то, по-моему, не сможет все открыть. Ромка, вот тут еще надо открывать, смотри. Подожди, папа, ну... Сейчас, подожди. Тихо. Никак не идет, а? А что не идет? Ну, помогите. Давай я помогу. Стой, да. Ровно стой, надо стой. Вытащить. Так. Не можно волну. Вот, вот так, да. Во, покажи, что там попалось. Принглс. О, чипсики, Принглс. Видите? Довольны? Да. Ну классно, все. Можешь забирать свой календарь к себе туда, на свою регаль ставь, то он сильно большой у нас тут не вместится.
Цифра один. Ищи цифру один где? Я нашла. Где? А ты нашел? Нет. Ищи. Давай палец вытягивай. Вытягивай палец. Смотри, ищи. Ищи. Вот это что за цифра? Вот это. Ромка. Ну не так, вот так аккуратненько пальчиком поддевать надо. Вот так. Хоп, поддевай. Не все же такие когти. Ну всех же такие когти. О, нога. И как ее? Вот тут чуть-чуть. Хоп. Давай. Шоколадочку. Он сейчас достаточно, конечно, сюда шоколадок давить, съел. Сюда. Рядом давишь? Дави рядом. На пластмасску дави рядом. Вот туда она вылазит. Давай, дави, дави сильно, сильно, сильно. Да что ж такое? Давай я помогу. Стой. Тебе. О! Бери. Молодец. Доволен? Угу. Все. Убирай. Завтра будешь следующий открывать. Угу. Понравился тебе календарик, Ром? Календарик понравился? Да. Вау, какая классная штука, да? Угу. Как спиннер, да? Угу. Папина очередь. Давай. Ну что ты? Так я с невыпаску. Впечатления делись. Я еще не открыл. Ну ты, от да. Календаря тебе нравится такой, нет? Да, нравится. Прикольно или нет? Прикольный такой вообще. О! Это мне? С Дедушкой Морозом. Это для папы. Открывайте. С Дедушкой Морозом. Цифра где? Один. Я тебе. Быстрее. Ну где же она? Ну где? Где цифра один? Я нашла. Где ты? Где самая цифра? Огромная. Вот она. Самая большая. Открывайте. Вот тут смотри, у меня есть. Нажимай. Нажимай. О, молодец. Теперь вот так зацепляем. И... Ой, нифига себе, это что, Ромка? Тебе. Сумочка. Да, тебе попалась. О, видишь как? Что у тебя будет? Сумочка. Прикинь, бошевский такой наборчик у тебя будет. Что, ты довольна? Да. Нравится? Довольна. Проходи, тебя не видно. Довольна я. Видел сына какой? У папы. Он, тебе надо с работы носить, а не на работу ходить из дома со своим. Где цифра 2? Ты сразу собрался? Спойлер такой, сразу все спалили. Вот цифра 2. Да они вон эти, наложили. Уже все спалили, да? Ну. Надо было мне убрать, наверное. Эту верхнюю штуку, чтобы тебя не спалить. Ну ладно уже, давай. Роман. Ромка разыгрался, ему понравился. Календарик. Оп. Все уже разведала, наверное. Я еще ничего не открывала. Вообще ничего не открывала. Это в общем, бумажка. Можно по ней отсканировать штрих-код. И для каждого продукта, что там есть, в общем, инструкция, так сказать. Ну покажи ему, какая это? 8? Вот так. Бесконечность? Бесконечность это не цифра, Ром. Это знак. Открываем цифру 1. Где она? Вот она. Я надеваю прям. Ты будешь? Ну давай, открывай. Цифру 1. Вытаскивай аккуратно. Опа. Вау, какой длинный он. Давай. Что тут нам попалось? Какая-то такая штучка. Назад ее. И здесь, в общем, что-то на английском. И он супер. А что это? Надо посмотреть. Вот какая-то вот такая штучка. Какой-то спрей. Надо мне это вот прогуглить этот из этого. Даже кнопку заставляю. В общем, я перевела. Это
в общем, спрей. Роман, это спрей для фиксации макияжа. В общем, когда макияж сделал и сверху попшикал, чтобы оно ничего у тебя не расплывалось, не смывалось. Пшикай хорошо. Что ты там? В общем, первый раз паковали, я его пока назад положу, потом. До завтра, в общем. Завтра будем следующий открывать. Где цифра 2? Вот она, цифра 2. В общем, прикольненький такой календарик. Да? Да. На вид точно. Красивый. Он на магните вот тут? Хочется все шуплатки. Коробку не выкидываем, магнит достанем потом. Все выговорим. Я, может, его оставлю на следующий год. И сама буду себе делать. Круто так. Я тоже так хочу. Ну, не знаю, ну, мне жалко такую коробку, какая-то такая красивая. Ну, посмотрим. Мне только магнитик жалко мне. Отдам я тебе магнитик. Я тебе, может, отдам, ты туда можешь свои инструменты. Не надо мне такую коробку уже для инструмента. Я только магнитик вытащу, и все. Я, может, туда буду свое что-то складывать. Жалко коробку. Я ее вообще не распаковала. Мне все равно, что там внутри, но коробка красивая. Все, в общем. Будем пить чай. Посмотрите, что. Да? Да. Да. Посмотрите. Посмотрите, как он выключен. Выключен? Угу. Белый стал, да? Да. А теперь все убирается. Фоткни меня. Какая красота. Сейчас. Так, ну что, мы приступаем к распаковке. Ты что там делаешь? Эй, ты что? Стой, я тебе помогу. Ты что делаешь? Папа наш, как всегда, в чипане. Рома, отойди, пожалуйста. Чипане, чипане. Ай, аккуратно, казах. Я бай. Давай. Джиргетка. Я бай. Не надо так говорить. Матершинные слова. Куда так? Ну, так. Да. Какой? Рест. Рест. Посерединке. Большой? Самый большой? Средненький, посерединке. Видели, какой у меня помощник? Рома, пальцы аккуратно. Аккуратно пальчики. Мы пока тут с Сашей распаковываем, он нам распаковывает ножки, да? Ром, давай. Я снимаю, ты вот сам там делай, что хочешь. О, распаковал. Держи. Давай. Молодец, Роман, давай. Жақсы балалар надо. С другой стороны начинай вон там. Что нам этот сынки или матч? Аккуратно, чтобы на тебя не упало. Умница, поможет. Ты положи ножнички и так делай пока. Не надо отрезать, так делай. Нет, я хочу с ножницами. Аккуратно только пальчики, ладно? Умница. Вот сюда, Ров. Вот я держу это, сюда закидываю. Мешочек. Я готов. Вытащили с коробки, в общем, при этом. Сюда принесли, сейчас будем прикручивать. Мне кажется, наоборот он должен быть. Вот эти, вот так вот туда. И вот туда воткнуть быть. Ножки вот эти, смотри. Вот так перевернуть, чтобы они туда были воткнутые. Вот туда. Ну да, это вот туда потом эти шурупы вставляются. В общем, он у нас будет раскладной. Как по виду, в общем, очень даже неплохо сделан. Очень даже. Нам с Сашкой... понравилось такое массивное дерево клееное. Клееные, да, бруски или как-то они. В общем, по качеству очень даже неплохо. Цельное этот. Сейчас посмотрим. А там инструкция должна быть вообще. Но он методом тыка по-русски чисто. Чисто по-русски. Получится, не получится. Если не получится, потом уже будем инструкцию доставать, да? Тебе интереснее самому догадаться. Прочитать дурак может. А Роман у нас тут уже распаковал ножки.
Да, Ром? Распаковал ножки? Да. И теперь сам болтики. Сам. Да, и теперь болтики разбирает. Его даже никто не просил, он сам начал. И сам все распаковал. О, мой гад. This is all big. For you go, no. Yes. What you word? White, yellow. Together. Я сфотографировала наш стол и решила его выставить, попробовать продать. Продастся, нет? Значит, будем выбрасывать. Стеклянный стол кому нужен? Да, никому не нужен. Если нужен, обращайтесь. Так, он хороший, конечно. Я его сфотографировала и посмотрела на фотографию, думаю, такой хороший стул. Такая корова нужна самому. Говори. Да, и заставил меня халат снять чуть-чуть. Что, холодно стало? Нет, мне сейчас не холодно. Я ему сказала, сними ну-ка халат, что ты хочешь, как бай. Бомж всегда в халате. Это не бомж, это чабан называется, или как он? Бай. Дай. Так. Что, так давай, хочешь себя приукрасить, кто? Ой, в общем... Бомж же обидно, чабан или бай не так уж. Это же не обидно. Сейчас будем смотреть. Ты посмотрел инструкции? Да там нету ничего. Ну как его складывать-то? О, ножки надо тянуть. Тянуть? Может, просто перевернуть надо их? Да. Вот так, может, по-другому или как-то? Ну, покрути. Ну ладно, в общем, мы будем сейчас... Будем пытаться, потом вам покажем наш новый столик. Да, вот это дай. Дай папе. Вот это? Да. Смотрите, а нашла. Дерево. Да, массив. Информация, в общем, на всех языках тут. Смотрю, как тут что делать. А решила все-таки я полистать инструкцию. Я тут тоже? Да, все. Так. Ну, я не знаю, здесь не нарисовано. Здесь видно, как его раздвигать, а как сдвигать, куда идти. Или они где-то про запас должны просто лежать? Нет, они тут должны где-то лежать. Они должны вообще внизу как-то быть прикреплены или что? Здесь ничего не нарисовано. Ну, сейчас будем смотреть. Мои мальчики, смотрите. Видели? Дома. Хорошо. Подожди, Ром, прежде чем ключом крутить, надо его так чуть-чуть закрутить. Стой. А то он не попадет в резьбу, и можно потом заклинить. Все, вот теперь закручиваю. Молодец, мой сынулечка. А? Какой. Он как помощник любит. Вообще. Он очень любит вот это папина. Он к нему в подвал заходит, и у него глаза горят. Он быстрее все хватает. Сашка, стоп. Сразу начинает, в общем, везде все пытаться отремонтировать. У меня не получается, папа. Папа сейчас поможет тебе. Что там у тебя не получается? Давай, мама, если закрутишь. Ты куда? Вот ты как твой папа. Где мама камерой начинает снимать, сразу попой поворачивается. Я туда подошла, он начал попой повернулся. Давай я тебе помогу. Нет, я сам, ребята. А то он говорил. Да. Ты аккуратно, не царапай только мне этот стол. Да, я аккуратно. Ну, мама. Я тебя боюсь. Боишься? Я тебя и боюсь. Ой, понятно. Все, собрали мы стул, перевернули. Вот так он выглядит. Сейчас Сашка подставляет эти. Он же разбирается у нас. Ну, в смысле, как это разбирается? Раскладной. Раскладывается, разбирается. Чуть-чуть вот это потянуло. Да? Вот так. Ну, дерево тянет же. А может, туда, в ту сторону надо эту поставить, тогда он будет нормально. Может, ну, вряд ли. Его это... Ну, тянет же, его надо вместе шлифануть, все. В общем, толщины здесь не ловим. Не надо ничего шлифовать мне. Я тут резину, эту положу. Как она называется?
Его можно шлифовать, и ничего не будет. Деревянный уже сверху. В общем, мне нравится очень даже. Этим даже не шлифануть, а этим рубанком. Если это надо, конечно. Не надо нам ничего делать. Папа, смотри сюда. Хорошо, меня все устраивает. Мне нравится. Будет он немножечко больше, чем наш. Наш 1,60 м вот, в длину. А этот 1,80 м не разложенный. А разложенный 2,20 м. Вот так. А зачем это? Ну, прикольно, мне нравится. Тишина, да? Ну, жену надо слушать, тишина. И ничего и шлифовать не надо. Все хорошо. О, видите как? Все, Сашка полностью все эти обе штуки вставил. Оно огромное. Тут я не знаю, сколько человек влезет. Сколько человек влезет? Ну тут, наверное, 4, да? Вот тут. По 4? 3 свободно очень. 3. А, чуть-чуть потеснее, 4, наверное, даже сяду. 1, 2, 3, 4, да. Да, там, это, мне кажется, не потеснее, там нормально 4 сядут. Ну, в общем, так, если потеснится, то человек 10 точно влезет, да? Да. Если потеснится, то влезут все 12, наверное, даже. Если нормально сесть, то 9-10 человек. 8. В общем, я очень довольна. Мне прям нравится. Красиво. По такому брать, тогда 8 человек. Если вот по такому каждому. Ну, этот, конечно, он не сравнится с этим. Этот огромный прям стол. Но у нас еще есть вон та парта. Мы можем ту парту доставать, подставлять. И еще вместится несколько человек. Да. Так что сейчас этот разбираем стол. Убираем, этот ставим.